У нас уже день, я жду Машу, хотим сходить сюда в магазин посмотреть, может хоть какой-то порошок привезли. Там, который есть, мне не очень нравится. Но если никого не будет, придется его брать. Потому что я гель купила, но гель тоже мне не понравилось. Может быть, конечно, так где-то что-то школьно, да что стирать нормально. А вот так вот для большой семьи гель невыгодно. Порошок мне надо. Сейчас жду Машу и пойдем в магазин сходим. Порошок возьмем. Я уже ополоснула плед. Повесила. Надо еще стираться. Так вот, порошок надо. Не, вот этот вот гель вообще никак не пахнет. Все, Маш, готово. А зачем ты велик берешь? И что, ты его там в магазин будешь вставлять? А, ты до гаража доехать? Пешком дойти вообще уже никак? Ну, давай, пошли. Ладно, дорогие друзья, пошли мы в магазин за порошком. Пришли уже с магазина. Купили порошок. Ой, подождите. Сейчас, Маша, подожди, покажем. Вот такой вот порошок взяла на 6 килограмм. Потом две зубные пасты взяли. Детские. О, Оксаночка у нас пришла. Да, вот такие вот зубные пасты. Какой вкус? А, клубника, сливки и йогурт. Клубничный йогурт, да. И вот лампа вот такую. У нас есть уже какая лягушка, а сейчас вот это акула. А что глаза не светятся? Светится? На свету. А на свету. Оксана, скажи всем привет. Они сегодня в такой форме ходили. Разрешили им, да, Оксана? Сегодня... Расскажи, что вы там делали? Убирались. Убирались где? После школы? Да. Сегодня у них субботник был. Ты в перчатках прибиралась? Молодец, умница. Спасибо. Две зубные пасты. Маш, пакет-то подними, пожалуйста. Что бросила-то? У всей школы был субботник. Да, у всей школы сегодня был. А вы, Маша, тоже, да, прибирали? Ты тоже в перчатках прибиралась? Работала. Ай. Хорошо на улице. Так, а что ты из коробки-то достала лампу? Дай покажу я лампу. Знаете, что хорошо вот эта вот лампа? У нас уже такая есть. Видите, вот она светится в три режима. Это можно хоть как делать. И заряжается она. Она вот так вот. А, не могу достать. Достается и заряжается. Видите, вот так вот легко. И все, и потом раз убрал. Все. Вот такая вот лампа. Там были еще лягушки, и вот одна единственная акула была. Лягушки все зеленые были. Как-то. Ну, лягушки зеленые. У нас лягушка есть, поэтому Маша говорит, мам, давай акулу возьмем. Я говорю, ладно, выбирайте что-то. А то у них как вечер, они начинаются. Мама, мне лампа нужна. Нет, мне лампа нужна. Нет, мне лампа нужна. Да, Оксана? Со светой они постоянно так. А где зубная паста еще одна? Две же их там было. Одного Оксаны, что ли? Нет, я тебя. Как дела в школе? Хорошо? Ну, ладно. Сейчас пойдем уже домой. Маша пошла качаться. Хорошо, да, Маша, на улице тепло. Вот такие вот дела. Завтра хочу съездить, взять морозильную камеру. Купить пленку на парник. Потом надо было бы еще, конечно, съездить продукты закупиться, но у меня машин нет. Я напишу одной знакомой, если она согласится провести меня по магазинам, чтобы сделать закупку продуктов, то будет вообще хорошо. И на оптовой базе Наташе позвоню, попрошу, чтобы она мне кое-что тоже привезла. Закажу кое-какой товар, это муку. Там макарошки, муки на нынче побольше брать. Будем много-много стряпать. Так что вот так вот как-то. Потом дальше хочу также коробку окорочков взять. Да плюс еще цельных куриц штучек 10 купить. Рыбы взять, ящик тоже что. Есть кит-вентилятор. Есть кит-вентилятор? Ну вот видишь. Надо поискать в интернете. Может где-то они дешевле есть, чем у нас в магазине. Так что вот такие вот, ребята, у нас дела. Позвоним насчет пахоты огорода. Я сегодня мужу, наверное, он сегодня просто с братом, они со своим уже второй день катаются везде.
что-то там ищут, не знаю. И поэтому хотим это, подскажу ему, пускай звонит трактористу, и пока еще не все начали пахать, пока трактор не занят, не надо спахать огород. И хочу к парикмахерскую сходить. Смотрите-ка, я лохматая уже вся. Оксана такая, я, говорит, тоже лохматая. У Оксаны волосы как-то странно растут. У нее вот здесь вот, вот в этих вот местах пустота. А дальше волосы как бы идут. Странно, почему так? Говорили, постригите на лысо ребенка. Я говорю, представляете, ребенок уже взрослый, и буду я ее на лысо стричь. Ну, что смеяться, она девочка все-таки. Так что ничего не стали мы ее. Сейчас постригать точно ее не буду на лысо. Что смеяться, ей уж 8 лет. Да, Оксана? 9, да. Точно 9. Все, мама запуталась в собственных детях. Ладно, дорогие друзья, пойдем дальше заниматься. Там что, Катя кричит, что ли? Что она там кричит? Я не знаю. Аж на улице ее слыхать, как она дома кричит. Вот это она дает. Так что вот такие вот, друзья, у нас дела. Хорошо сидит, но надо заниматься делами. Че? Она или маму, или маму. Чем быстрее мы спашем, тем быстрее я грядки отсажусь. По идее, вот сейчас уже морковку до чего можно садить. Но мне надо огород спахать сначала. Потому что я буду опять здесь садить их. Снег уже везде растаял. Так что вот такие вот дела. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего вечера. У нас где-то слышно вертолет летает, а где понять не можем. Не-не-не, это вертолет где-то летает, только где, я не знаю. Я не вижу. Где? Вон. А, вон там, вон где-то. А как бы вам показать? Где он? Вон он, видите? Вертолет летит. Это я вам приблизила его. Вот. А если отдалить, то вот там. Где-то летит, короче. Дети сразу, мама, где-то вертолет, где-то вертолет. Довольные. Дорогие друзья, у нас время вечер. Я бегу на остановку, потому что еду в город. Сегодня у Егора собрание в школе. А, сейчас папа приедет. Сейчас папа маленьких заберет и приедет, а я пошла. Ладно, бежим в город. Приехала, ребята, с города. Егорка уже пакеты унес. Мы съездили, купили кое-какие продукты. Но сейчас в целом все дома покажу. Также сегодня на оптовой базе кое-что заказала. Как привезу, тоже все вам покажу, постараюсь. Может, уже привезли. Сейчас домой придем, узнаем. Я мужу деньги оставляла. Говорю, если что, это посмотришь. Так что вот так вот. Сейчас иду домой и делаю обзорчик. Ну, видите, на машине нет у меня машины, чтобы съездить и закупиться хорошо. Поэтому понемножку вот так вот буду ходить и покупать. Куда деваться? Ладно. Идем домой. Так, дорогие мои друзья, в целом небольшая закупка, сразу говорю, потому что мне неудобно таскать на руках. Мы с Егором ездили. Что купила? Салфетки бумажные закончились. Такую большую пачку взяла, 69 рублей. Курица взяла 1, 2, 3, 4, 5 штук таких. По 153 или по 159, что такое. Потом взяла вот такой цыпленок для жарки. По 140 рублей, между прочим, дешевле получается, чем вот эта курица. Ну ничего, тоже взяла. Копченую курочку у меня детки такую едят, иногда беру, вот одну штучку взяла. Дальше пряники, не помню с каким вкусом, 3 пакетика тоже взяла. Дальше масло сливочное взяла, вот такой вот кусочек, потом вот такой кусочек, а, ну 2 таких и 2 таких. Одно, по-моему, по 49, другое по 30 с чем-то. Вот это вот подешевле, это подороже. Дальше молоко взяла 2 литра. Хватит нам этого вполне. Хлеба взяла 2 белого, 1 черную. Ну, вот тут еще хлеб лежит. Дальше крупа рисовая по 89 или по 79, что такое. Ну, точно я постараюсь написать. Вот когда буду монтировать, я напишу. 2 таких пачки взяла и 3 вот таких взяла пачки. 3, да.
Потом гречка по 99, 3 пачки взяла. Сахар взяла. Что там получается? Раз, два, три, 4 пачки сахара. Дальше кукурузу купила. 2 баночки. Неудобно там. Буду вот так вот. Кукурузу взяла. Короче, 2 банки. Потом взяла бутылку кетчупа. Также взяла соевый соус. У меня дети много чего едят с соевым соусом. Дальше взяла на пробу вот такой вот кофе. Не знаю, не брала никогда такое, поэтому не знаю. Ну, вот на пробу взяла в целом. Кусочек сыра. Такой вот. Сейчас покажу, какой. Вот такой оригинальный, классный, копченый. Дальше хлеб тут и селедки 4 штучки. 3 штучки, да. Вот такие вот пока в целом закупки. Сейчас еще покажу, что заказала на оптовой базе. Так, ребят, это я сейчас пристрою, поэтому уж извините, но вот так будет. Что заказала? Вот такие вот макарошки мелкие заказала, видите? Потом вот такие вот заказала макарошки. Вот такие вот. Такие. 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 А здесь у меня спагетти. Вот такие вот. В целом получается, что 6 мешков макарон и 2 спагетти. Сейчас еще рыбу покажу. Так, ребят, здесь у меня получается 5 килограмм почти минтай. Там банка сала соленым. Так что вот так. Тут у нас березовый сок стоит. Вчера мы вот колбаску покупали, я не снимала. Сосиски брала, брали, съели. Поэтому вот так вот. Покупаю потихоньку. А, блин, открыть не могу дверь. Плохо открывается дверь. Потихоньку, понемножку покупаем, как бы в целом. Видите, была бы машина, было бы легче. Сел на машину, съездил, закупился все, что тебе надо, и все. Масло хотела сегодня взять, но там дешевого не было. Но у меня муж до этого брал, поэтому пока масло вроде есть. Потом возьму еще масло. Так что закупки делаем понемножку, понемножку, но делаем.